С 17 по 19 сентября в России пройдет единый день голосования. Жители страны проголосуют за депутатов Государственной Думы, а жители Нижегородской области выберут членов регионального парламента. Отдать свой голос можно онлайн и традиционно на избирательных участках. Мы спросили у саровчан, будут ли они голосовать и почему. Это обязательство, которое мы должны исполнять. Мне кажется, это... Ну, когда ты уже более-менее взрослый человек, даже не после 18, наверное, это попозже приходит понимание, что просто нужно это сделать. Чтобы свою оценку дать политической ситуации. Это уже, так сказать, единый порыв народа, всего народа. Мы же народ. Народ должен это самое, все-таки принимать участие в управлении государством. Вот мы и пойдем. Я уже привык. Я ни разу еще не ходил, чтобы мне не голосовать. Раз выборы, значит, надо голосовать. Или против, или за. Это единственный шанс, наверное, поменять что-то в стране. Правда, должны голосовать все. Потому что нужно нужных людей избрать, которые двигали бы страну вперед. Большинство саровчан ответили, что пойдут на выборы, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Другие ответили, что не хотят участвовать в выборах, а некоторые и вовсе отказались от ответа.